Единый государственный экзамен по математике смогли сдать не все ивановские школьники. Сложная система, с помощью которой задания поступают в образовательное учреждение, дала сбой. Чтобы не допустить утечки контрольно-измерительных материалов, федеральный организатор ЕГЭ в этом году усложнил процесс печати КИМов, добавив в него специальные ключи шифрования. По данным регионального департамента образования, сбой был зафиксирован в двух пунктах сдачи ЕГЭ – в 8-й школе и лицее номер 22. По неподтвержденным данным, проблемы были и в других точках. Раскодировать тексты задач удалось лишь после полудня. Все это время с 10 утра дети находились в аудиториях. Профильный департамент совместно с Рособранадзором приняли решение дать детям выбор – сдавать экзамен сегодня или в резервный день. Кроме того, они получили право пересдачи, если будут не согласны со своим результатом. Я сейчас нахожусь в пункте проведения экзамена как председатель ЕГЭ в школе номер 8. Пообщалась с детьми, понятно, еще больше напряжены родители, но порадовало то, что дети настроены пробовать свои силы, сдавать. И несмотря вот на такие форс-мажорные обстоятельства, они сейчас проходят в аудитории в 8-й школе в таком, я бы сказала, бодром настроении и благодарны детям, что они с пониманием к этой ситуации отнеслись. Подчеркнем, что проблемы с шифрованием возникли еще на стадии апробации. Тогда раскодировать задачи удалось, но не все прошло гладко. Ситуацию прокомментировал и губернатор Станислав Воскресенский, отметив, что экзамены должны быть организованы без непродуманных экспериментов. Он призвал профильный департамент и Рособранадзор разобраться в случившемся.